сегодня зашла в телеграм-канал 28 погибших. 28 погибших не пережили этот чудесный день. Посмотрите, какой сегодня день был чудесный. Лето. Представляете, лето, летний день, 24-й год. Вот, мирное небо над головой у всех. У всех мирное небо. И они не пережили день. 28 человек не пережили этот день. Они сегодня не ляжут спать. Они сегодня не поцелуют близких. Они сегодня не посмотрят новости. Их сердце сегодня перестало биться. Представляете, сегодня перестало биться сердце 28 человек. Одна девушка была очень красивая во Львове. Умерла, по-моему, 31 год. По-моему, она врач. Ее похоронят рядом с ее родителями. Получается, родители умерли. И она умерла. И у нас мирное небо над головой, россияне. Вот все, кто меня сегодня смотрит, да? Вот, прекрасно, вы пережили сегодняшний день, да? Молодцы, россияне, молодцы! А чем вы лучше тех людей, скажите, а? Только потому, что вы живете под Боженькой Путиным, да? Боженька Путина, вот это место, где вот все такие, вот знаете, живучие, да? Вам разрешено жить, а вот в Киеве, там, в Покровске, да, в Днепре, в Кривом Роге не разрешено, да? В Херсоне не разрешено, в Харькове не разрешено, да? Во Львивщине, не, вот моя подруга рассказала, сына, единственного сына привезли, работал медиком 3 месяца. Единственного сына, все, больше сыновей нет, никого нет, привезли. Вот сегодня не пережила этот чудесный день, летний, каникулы, вакейшн, можно ехать загорать, можно ехать, не знаю, там, жениться, рожать. Представляете, что такое вообще убийца, вот сегодня 28 человек, все. Какие-то планы у людей были, какие-то просто элементарные планы. У всех есть планы, россияне. У всех есть планы. Все хотят жить. Все хотят жить. 28 человек, вот эти вот люди, это ужас. Это должны были их вынимать из-под завалов, соотносить, где руки, где ноги, да, находить их belongings, класть в какой-то мешок, потом куда-то его будут хоронить, потом куча людей будут отпевать, потом куча людей вас будут ненавидеть. Эти люди, конечно, придут к боженьке и скажут, what the fuck? Мы пришли к себе на работу, мы пришли в больницу, мы жили у себя дома. Почему эта ракета принесла? Боженька, что не так в этом мире? У нас есть дом, у нас есть страна, у нас есть президент, у нас есть гимн, у нас есть мова, у нас есть культура, у нас любит мир. Америка нас любит, Англия нас любит, Франция нас любит, Польша, нас все любят. А почему нас убили? Почему эта ракета прилетела? Почему россияне говорят за какой-то Севастополь? Причем тут Севастополь? Ну при чем тут Севастополь? Как можно одну смерть прибавить другую, что будет больше смертей? Вау, классно, да?